Утверждение отчета об исполнении бюджета Твери на 2019 год, поправки в бюджет текущего года, а также внесение новых имен в Золотую книгу областной столицы. Эти и другие темы стали главными на заседании городской думы. На нем присутствовала и наша съемочная группа. А подробности в материале Никиты Васильева. Итоги исполнения бюджета города Твери за минувший год были представлены на суд общественности 16 сентября этого года. Как правило, подобные процедуры проходят значительно раньше, однако в этом году отпечаток на работу наложила пандемия коронавируса. Теперь отчет предстояло утвердить городским парламентариям. Вопрос был внесен в повестку дня очередного 67-го заседания и был принят народными избранниками практически единогласно. Впрочем, на этом обсуждение вопросов, связанных с городской казной, не закончилось. Следом речь зашла о внесении изменений в бюджет Твери на грядущий период 2020, 2021 и 2022 годов. В частности, депутатами было принято решение о выделении дополнительных средств на оплату труда работников муниципальных учреждений образования в связи с увеличением уровня минимальной оплаты труда. Речь идет о сумме в размере 30,2 миллиона рублей. Планируется выделение дополнительных средств и на другие цели. Больше 100 миллионов будет направлено на ремонт дорог в городе и тротуаров. Это основное такое вот поступление и распределение денег, за которые администрация до конца года должна будет отчитаться. Изменения, которые идут, они идут корректировку до конца года наших планов по исполнению наших обязательств в городе по многим направлениям. И это связано со школами, это связано, я как сказал, уже с благоустройством. Еще один вопрос касался внесения в Золотую книгу Твери новых имен. Речь идет о тверском поэте Александре Гевелинге, который известен своими стихотворениями о войне. Еще одна выдающаяся личность, имя которой будет увековечена, историк Иван Забелин. Уроженец Твери – один из главных организаторов создания в Москве исторического музея. Мы планируем, если позволит эпидемиологическая ситуация, в одном из музеев города Твери провести запись, торжественную запись в Золотую книгу нашего города, чтобы увековечить эти два имени. Также на очередном заседании тверские депутаты внесли изменения в ряд документов, дабы привести их в соответствие с законодательством.